Это был лагерь смерти. Лагерь смерти Собибор, в чем заключался смысл, что они даже не отличали людей на тех, которые будут жить и будут помогать, и тех, которых будут просто убивать. Все люди, которые приходили, они их просто уничтожали. Уничтожали их безжалостно, травили их газом, загоняли всех в газовые камеры и потом просто выкидывали их и засыпали ровом. Но потом пришло время, когда они решили это изменить. Для того, чтобы не засыпать, а сжигать людей. Сжигать, и этот аромат, и этот дым, он очень далеко длился. Они даже не строили. Вообще, они даже не строили никаких мест специально, где будут сжигать. Они просто ставили решетки и разводили там костры, и на них сжигали тела. Это страшно, ребят.